Всем привет, это Каштанов, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет реакция на кисло-сладкий Ибанах, и трек называется BS Короб. Трек, судя по всему, 2020 года. Ничего не могу сказать по нему, потому что не видел. И единственное, кто-то писал в комментариях буквально пару дней назад, что то ли здесь какое-то необычное звучание, то ли, в принципе, клип какой-то, ну, как бы, ну, типа, необычный, что ли. И вот это вот меня очень зацепило, да? И прямо сейчас мы послушаем, и уже прямо такое, знаете, в нетерпении немножко, что же там за такое звучание это необычное, потому что, насколько могу судить из предыдущих реакций на кисло-сладкого, там, ну, как бы, рэпчик, да, такой, молодежный, что-то типа новой школы. Не знаю, посмотрим, что здесь. И прежде чем приступим к просмотру, хотел бы сказать всем спасибо, что подписываетесь на мой канал. Кстати, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. На канале каждый день выходит видео. Пишите в комментариях, на какие видео сделать реакции. Все комментарии читаю, на все комментарии отвечаю. И практически любую просьбу, так или иначе, рано или поздно, да, обязательно выполню и запишу реакцию. Так, ну все, давайте приступать к просмотру. Кисло-сладкий Ибанах, BS Короб. Поехали. Так, ну, музыка качает. Как без этого, да? Вот такой вот витяк. Ребят, что такое BS Короб? Ребят, верю вам, верю. Каждый новый сюрприз, каждая лучше других. Шаришь весь этот виш Париж, только для моих родных. Ребята по-прежнему в своем репертуаре, хотя и обертка совсем другая. Ну такой, судя по всему, а нет, титры пошли, а время-то еще есть. Так, это он играл на пианино? У него, скорее, могу предположить, есть музыкальное образование. Неплохо. Ну, почему нет, да? Нет, все-таки это был конец. Так, ребят, ну я, в принципе, понял, почему мне подписчик говорил, ну, кто-то из подписчиков писал, то, что это будет, как бы, по крайней мере, необычно. Ну, судя из того, какие треки и клипы у них были, видео, конечно, кардинально отличается, да? То есть, во-первых, обстановка, стиль такой черно-белый, а-ля начала века, да? Можно так сказать, костюмы. И вот эта вот основная мелодия, да, которая идет поверх бита, такая вот, ну, пианино такое, какое-то такое мелодичное, такая легкая музыка. И в целом, да, складывается такое ощущение, что это прям что-то такое, которое явно выделяется из общей массы их творчества, их в целом репертуара, потому что тут, ну вот с другой стороны, да, есть опять же бит, есть вот этот вот припев, который прям нифигово так качает. По поводу
текста. Судя по всему, там тоже такой лайтовый текст абсолютно, да, который не несет особо никакой смысловой нагрузки. Просто ребята чувствуют себя нехерово, да, и радуются жизни, все у них идет круто в гору и так далее. Просто угорают, притом параллельно, да, записывая какой-то такой прикольный трек. Ну, опять же, да, это всего лишь мои предположения. Вы, кстати, можете написать, про что сама песня-то, суть в чем? Ну, я так понимаю, основной посыл то, что ребята чувствуют себя нифигово. Да, такое как бы необычная работа, я думаю, она этим как бы и цепляет, да? То есть это прям резко отличается, но опять же, да, повторяюсь, от их общего репертуара, и поэтому это что-то такое вау, типа нифига себе, другое звучание абсолютно, давайте-ка послушаем. Ну, молодцы, что ребята двигаются, развиваются, креативят. Тоже как бы далеко не маловажный фактор, и, судя по всему, у них неплохо получается. Так, ну, в принципе, по этому треку все. Пишите в комментариях все, что вы думаете по моей реакции. Не забывайте подписываться на канал, в который раз это повторяю и не устаю повторять. Также включайте колокольчик уведомления. Все, давайте пока, всем удачи!